Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В прошлом эпизоде мы прокачали наших покемонов, да, нашего Шайни Пикачу, которого я нашел. И еще парочку покемонов. Так, сейчас. И сейчас, ребята, как и говорил, мы пойдем обменивать вещи на алмазы, да. Только сейчас сначала вот это мы положим вот сюда. Сейчас тут не вот этот, а вот этот. Тут у нас есть еще вещи. Давайте их выимем. Что-то мы сюда можем положить. Давайте пока что вот так, чтобы это поднять. И пойдем мы, ребята, положим все это в сундуки, чтобы потом нормально определиться, что мы будем брать, что мы будем идти обменивать, как бы продавать, да. Так, сюда вот это. Вот это. Сейчас. Так, сюда. Так, сюда. Вот сюда. Это вот сюда. И вот сюда. Так, отлично. Сейчас, ребята, давайте мы возьмем вот, да, вот эти все лечилки, ребята. И сейчас мы их поменяем на алмазы, да. Все это мы поменяем на алмазы, посмотрим, сколько там штук получится. Я думаю, нормально так. Так. Сейчас. Да. Вот это выкинем, это тоже. Вот так, да. Сейчас, ребята, пошли, идем мы обменивать. Так. Где у нас лечилки? Вот они, отлично. Так, ставим первую вот это. Сколько мы сможем? Две штуки взять. Дальше. Вот это, где она у нас? Отлично. Вот это. Это. Так как мы, в принципе, ими и так не пользуемся, да? Это. Ух ты, уже куча алмазов. Но я не знаю. Нет, еще шайни покемона не получится купить. Нет, еще нет. А вот сейчас, я уже думаю, можно будет, так как у нас еще дома, да, есть там немного алмазов. Вот это. Так, и вот это у нас еще тут, и еще две остались. И вот это. Еще вот это. Вот она. Фух, ребята, почти два стака алмазов. Если у нас один шайни покемон стоит 100, то мы уже можем себе купить, ребята. Уже мы сможем себе купить двух шайни покемонов. Сейчас мы, наверное, все обменяем. Если у нас будет куча алмазов, то мы, наверное, повысим немного цену. И будет не 100, а будет 200 алмазов один шайни покемон. А вот того, как бы... А вот один алтарь мы сделаем за 300 алмазов. Ну, посмотрим, если это не будет чересчур, посмотрим. Ух, тут у нас просто нереальная куча всего, как... О, тут у нас что вот это делает. Этим, ребята, почти что не пользуемся. Мы возьмем самое главное. Вот это не берем, так как это нам будет нужно для эволюции. Апгрейд тоже. Протектор пока что тоже. Это тоже.
Это не берем. Возьмем вот. Возьмем вот это. Так. Так. И вот это все возьмем. И идем еще посмотрим, так как я не знаю, ребята, там вроде не все вот эти штуки, которые у нас есть, вот там мы можем как бы продать. Наверное, мы сейчас еще сделаем еще одного продавца или добавим вот в того сейчас. Сейчас еще что-то выбьем, продадим сразу же. Нам только ничего. О, кстати, дрифлон эволюционирует, отлично. Ну. Ух, какой огромный. А, ну, в принципе, да. Вот он. Так. Идем и вот это все продадим. Давайте сейчас посмотрим, все ли тут мы можем продать, что есть. Вот это мы можем, да, вот это мы можем. Так, вот это мы можем. Вот это мы не можем, ребята. Это мы можем. Это, ну да, это, вот эти все мы точно что можем. Сейчас мы посмотрим, какие вещи с этих мы не можем продать, и может еще их сделаем. Так, это мы можем. Это тоже. Вот это мы не можем, ребята. Вот этим как бы можно еще сделать. Так, это мы можем продать, да. Вот. Это тоже. Ух, куча уже алмазов. Ага, и да, еще вот это. Вот тут у нас есть. Вот это. Капут алмазов, конечно. Так, мы не можем продать вот эти две штучки. Вот это мы можем, вот это мы можем. Магнимайзер, шилл. Ага. Так, идем. О, там. Где он? Вот он. Вот он вот тут. Да ты ж... вот эти... Фиг догонишь, фиг словишь. Вот, наконец-то догнали и словили. Так, вот там, ну, тот уже пропал. Так, сейчас давайте посмотрим, что у нас там есть и что мы можем еще продать, но как бы в магазине нету. Если нету, то мы сможем сделать. Так, чего у нас нету? Вот этого нету, вот этого нету, вот этого нету. Это мы еще сможем продать. Чего еще нету, ребята? Вот это есть, это мы тоже сможем продать. Вот этого нету. Этого нету. Этого нету. Вот это на всякий случай мы себе поставляем немного. Остальное мы продадим. Это не будем, наверное, продавать. Так, да. Сейчас давайте еще, наверное, добавим... Нет, одну... как бы продавец у нас там есть, да, у которого есть еще место. Так что сейчас мы, в принципе, наверное, вот это и в него и добавим, да. Так. Возьмем себе немного алмазов, как бы, для магазина. И да, так. Вот.
Так. Что мы сюда добавим? А добавим мы сюда вот это. Это. И вот это. И вроде все. Да. Так. Отлично. Что ж, давайте дальше продавать. Так. Так. Вот это мы еще не добавили, как я понял. А, да, твою же. Или это у нас уже есть? Ну, в смысле, нет. Не можем еще вот это продать. Сейчас. А, можем, но как бы, ладно, дадим свои алмазы, как бы, три штуки это такое. Так. Как бы есть у нас уже, да? Так. И хотя нет, не будем. Так, что я хотел, что... Так, вот это мы сейчас продадим. Вот это. Вот это. Сюда еще мы сможем продать вот это. Капут уже столько алмазов, что... А вот это я не знаю. Нет, это сюда нельзя продать. И сюда, походу... Нет, сюда можно. Так, отлично. Это. Все, ребята, вроде мы все продали, что у нас было, и у нас есть... у нас есть 4,5 стака алмазов. Это получается приблизительно, фиг его знает сколько, где-то 280, я точно не буду считать, ну, короче, к 100, 300. Если взять вот эти еще алмазы, что у нас тут есть 14 штук, то, в принципе, сейчас я посчитаю, чтобы было точно. Триста два алмаза у нас получается. 302 алмаза, ребята. Это у нас получается, если так считать, три шайни покемона. Или один легендарный и один шайни. Сейчас, давайте еще вот это все мы продадим. И тогда мы посмотрим. Вот это все. Нет, орбы не будем. Все я, конечно же, брать не буду, так как... И пригодится тоже, как бы. Вот так пускай будет, да. Сейчас мы продадим. Вот тут. Так. Ух. 50 мунстонов, ни хрена себе. Да. Ладно, поехали. Брум. Сейчас вот это все забирать. Хотя, если так считать, то я думаю, это нормальная цена. Я думаю, это нормальная цена. Конечно,
очень-очень много вот этих алмазов. Сейчас, вот сейчас я посчитаю точно сколько. Сейчас, так. Сейчас, секундочку. Так. Это у нас получается 439 алмазов, ребята. Короче, пускай округлим там, пускай будет 450, да? Если так считать, это у нас получается два легендарных покемона, но я не буду двух легендарных покупать. И это получается у нас 4 шайни покемонов. Или один легендарный и два шайни покемона. Если так считать, 4 шайни покемона, это, конечно же, до хрена. Или так считать, два легендарных покемона, это тоже, как бы, дофига, да? Но давайте обсудим, ребята, сколько мы вот эти все вещи набивали, сколько мы наубивали покемонов-боссов, штук я не знаю сколько, но вот это мы все, как бы, навыбивали до сих пор, да? Вот это у нас все есть. То есть это мы тоже не вот так все сразу выбили, да, это тоже кучу времени на это пошло. Ну, конечно, тут еще есть вот эти ресурсы. Если вот это все попродавать, то еще где-то стак получится. Алмазов. Но, ребята, сколько мы покемонов-боссов понаубивали, чтобы вот эти все алмазы заработать? И даже сейчас мы вот это все напродавали, да, и как бы много, это, конечно же, просто-напросто дохренище алмазов. И вот сейчас реально можно напокупать себе кучу шайни одного легендарного, я это прекрасно понимаю. Но если вот сейчас мы вот купим, да, вот сейчас мы купим, то потом, чтобы купить еще вот легендарного или еще шайни покемона, это будет все как бы, это будет все заново вот эти все ресурсы добывать и потом их продавать, да? А вот потом навыбивать вот этих всех пушинов на 100 алмазов, это будет уже не очень-то, как бы, легко, да? Давайте еще вот это все попродаем. Вот это, вот это. Еще вот это попродаем. Потому что, ребят, действительно, вот сейчас реально мы сможем себе купить, если еще вот это попродаем, то еще где-то 500 алмазов у нас будет. И действительно, мы сможем себе купить много чего. Двух легендарных и одного шайни. Но двух легендарных я не буду покупать. Это действительно дофига. Еще если считать мы так сможем, то мы еще сможем купить себе. Ух, мы еще вот эти покеболы сможем попродавать. Ну, как бы покеболов там немного, я так думаю. Ну, тоже где-то на стак так будет, да? Так, сейчас. Еще вот это. Что мы еще тут смо... Вот это. И вроде все. Да, еще вот это. Сейчас. Еще вот это. А вот это вроде я не поставил, да? Или поставил куда-то. Поставил, да, вот. Поставил. И вот так, ребята. То еще стак приблизительно прибавился. Хотя,
Давайте действительно один шайни покемон. У нас будет 150, чтобы... Ну хорошо, чтобы уже вот так было. Один шайни покемон у нас будет 150. А один легендарный покемон у нас будет 250. Так как сейчас действительно это кажется много вот этого. Много у нас есть алмазов, да? Но если считать вот это, вот эти все алмазы мы понадобывали до сих пор. А вот сейчас, когда мы все ресурсы понапродавали, да, и вот сейчас себе покупаем кучу шайни покемонов и легендарных, ну, как бы кучу нет, но 5 там шайни покемонов или 6 получится, или там одного легендарного и там 4 или 3 шайни покемона, да. Но потом, когда мы их купим, и потом нужно будет на новых, да, купить шайни покемонов, вот тогда, как бы... выбивать ресурсов на 100-150 алмазов, это уже будет так не очень легко. Поэтому, ребята, ну в принципе хорошо, давайте так, ой, поставим один алтарь 150, нет, один алтарь 250, да. А один шайни у нас будет 150. Хорошо, так уж и быть. Поставим мы вот куда-то вот это. Фиг его знает, куда бы это поставить. Вот сюда. Так. Отлично. Вот так. Чтобы не забыли, да, если что. А. Да пофиг, это тоже поставим. Так. Ребята, сейчас давайте вот это все поскладываем в сундуки, вот эти все алмазы. В следующей серии, ребята, мы уже себе купим первого шайни покемона за вот это, за алмазы, да? Купим, ух, куча алмазов. Да, действительно, купим мы себе, наверное, чермиллиона, второго у нас там будет, может, сквиртл? Нет! Второй у нас будет, нет, Бульбасавра нет. Может Иви? Или может, кого бы второго купить? Или может... А может мы еще сделаем, ребята, покупку шайни легендарного покемона? Только смотрите, как мы это сделаем. Чтобы купить шайни легендарного покемона, нужно иметь легендарного покемона. То есть, если мы купим... легендарный алтарь, да, например, того же Молтреса или еще кого-то за 250 алмазов, потом мы сделаем Молтреса, да, и чтобы превратить Молтреса в шайни Молтреса, нужно еще будет доплатить, допустим, еще 200 алмазов, то есть у нас получается один легендарный покемон за 450 алмазов. Но это я еще не знаю, это я предлагаю, может так, потом и сделаем, да. Но сейчас, ребята, давайте на этом закончим. Не забываем, ставим лайки, подписываемся на мой канал, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.